Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Сангейтс». С вами ее ведущий, программный директор Владимир Гершанов. И, конечно же, человек, без которого сегодняшнее интервью никак не могло бы состояться. Это маг, парапсихолог, я бы даже сказал такое древнее слово, колдунья. Человек, который разбирается в оккультизме, а также в способах влияния этого оккультизма на мир. Итак, наша уважаемая Инесса из Стольного Града Минска сегодня у нас в абсолютно прямом живом эфире. Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Наша сегодняшняя тема передачи – это различные магические ритуалы, белые и черные магии. Мы постараемся сегодня разобраться, что есть что и когда можно что использовать, а до чего лучше никогда не дотрагиваться. А также Луна. У нас будет, как я понимаю, в пятницу затмение, будет Луна, будет полная Луна, точнее, не затмение, сори. О затмении мы поговорим в следующей передаче. Вот. И я бы хотел тоже эту тему осветить. Вот. Ну а пока, я думаю, начнем мы именно с того, что Инесса нам чуть-чуть расскажет про себя, потому как я могу ее холить долго и упорно, потому как знаю не понаслышке о том, что и как делает человек, но я бы хотел, чтобы Инесса сама немножко тем из нас, кто слышит Инессу впервые, точнее не из нас, а из вас, наши уважаемые радиослушатели, я бы хотел, чтобы Инесса донесла все-таки до вас, чем она именно занимается. Итак, Инесса, вам слово, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Значит, чем я занимаюсь? Я парапсихолог, ну, как можно даже сказать, маг с большим стажем. Работаю очень-очень давно и работаю как бы с людьми разными. В мою, как говорится, работу входит что? Я делаю, то есть как бы всякие очистки делаю, то есть отмаливаю, значит, занимаюсь как бы ритуалами, да, магическими. Ну, то есть это входит как снятие там всякой энергонехорошей информации. Это порча, злазы, проклятия. То есть как бы снимаю привороты, отвороты, ставлю разновидные защиты. Также талисманы, также заряжаю положительной энергией, все, что необходимо. То есть это могут быть там и крема, мази всякие, ну, все, что нужно вот именно, то есть для человека, чтобы у него улучшилась как бы жизнь. И провожу разные обряды там, на успех в работе, в бизнесе. То есть весь тот спектр, который раньше и сегодня делают опытные маги, колдуны, экстрасенсы, то есть абсолютно все то же самое, плюс опыт. Правильно я понимаю? Инесса, сколько вы занимаетесь магией и парапсихологией? Значит, я занимаюсь более 10 лет этим.